Я прилетел в Петербург на самолете и понял, что нас разделяет совсем небольшое расстояние. Мы почти соседи. Молодежь постоянно путешествует, и наука в целом интернациональна, поэтому нам нужно объединять усилия. Мы поощряем то, что наши студенты хотят учиться за границей, и мы, в свою очередь, рады, что к нам приезжают иностранные студенты. Цель моего визита – это обсуждение сотрудничества в области аспирантуры. В своем университете я как раз отвечаю за это. Сейчас в Техническом университете Мюнхена обучаются 5500 аспирантов по разным направлениям. Я знаю, что Политехнический университет планирует создать международную школу для аспирантов, поэтому мы хотим обменяться опытом и лучшими практиками. Я посетил институты Политеха и ваш суперкомпьютерный центр. Думаю, мы найдем множество точек соприкосновения. Collaboration both of the supercomputing centers and of the research institutions at both universities related to that. I think there are plenty of occasions we could use. В Техническом университете Мюнхена я отвечаю за обучение в аспирантуре по различным направлениям. Инженерные науки, науки о жизни, естественные науки, бизнес. После осмотра вашего кампуса я вижу много направлений сотрудничества. Например, суперкомпьютерные технологии, автомобилестроение, биомедицина. Я считаю, что важны оба этих направления. Всем нужны фундаментальные знания, но не должно быть слишком много, как я их называю, эзотерических ученых. Специалисты должны применять фундаментальные знания на практике, чтобы их исследования были практикоориентированными и междисциплинарными. Современная наука — это командная работа, сейчас в гораздо большей степени, чем это было 20-30 лет назад. Один человек не может делать все, поэтому нужны команды, участники которых обладают различными компетенциями. This is probably a chain of persons, so we probably also, our science today is also probably more team-oriented. Я думаю, что нужны специалисты, которые решают фундаментальные задачи. Но прикладная наука тоже очень важна. Это путь от изобретения к инновациям. Именно это помогает создавать рабочие места и приносит доход. Все люди разные, нужны специалисты разного профиля, и обучение в университете должно предлагать студентам различные опции и возможности. Я был приятно удивлен тем, что деятельность наших университетов во многом похожа. Мы с коллегами обсудили проблемы в различных сферах, например, в области аспирантуры и в области научных исследований. Структура, цели и интересы наших вузов во многом схожи. Это хороший старт для сотрудничества. Санкт-Петербург — прекрасный город. Я очень хотел бы вернуться сюда и узнать больше о том, чем занимается Политехнический университет. Мне здесь очень нравится. Это действительно международный университет. I definitely would want to come back and seeing what the university does here.